Мульти-Пульти представляет Супер Свомпи, поиск утят. Привет, ребята, меня зовут Крокодильчик Свомпи. Я живу в канализации. У меня есть друзья утята, они тоже с нами живут. Но мне приходится их каждый день искать. Они такие гуляки, постоянно убегают и могут потеряться. О, нашел одного. И я их каждый день ищу. Кстати, сегодня вы увидите, как однажды к нам в канализацию залетело НЛО. Правда? Так, собираем моих утят. Это Золи. Опа, поймал. Ага, ого, как забралась Лупи. Это Лупи. Вечно убегает. Они такие любознашки, эти утята, да. Ну я тоже любознательный. Так катись. Ух тышка. Нашли. Теперь вон Томми сидит. Смотрите, как высоко забрался. И каждый день мне их приходится, да, искать. Но они же мои друзья, поэтому приходится, а как же? Они такие растеряшки. А вы, ребята, слушайте своих родителей. Не убегайте из дома. Родителей нужно слушаться. Да, а то можно оказаться, как мы, в канализации. Если будете непослушными. Как же вот этого Сими? Так, мячик пусть катится, мячик. Сейчас мы этого Сими попробуем. Ура! Нашли! Но эти утята такие любознашки, забираются в такие места в канализации, что даже я про них не знаю. Да, я бы даже их назвал. А ну-ка, давай, Микки, давай, ура! Нашелся Микки. Такие места я бы назвал своих утят путешественниками. Ребята, а вы любите путешествовать по миру? А напишите, где вы были с родителями в последнее время? Куда вы ездили? Что вы видели? Мне очень интересно. Ну, Куми, это же Куми! Утенок Куми нашелся! А это у нас самки. Да, сейчас мы попробуем его. Так, вот сюда мячиком его. И пушечкой. Ура, нашелся. Здорово. Мы давно уже живем в этой канализации. Да. У нас тут много моих друзей, крокодилов. Ну и утята как-то к нам забрели давно. И остались. Мы за ними ухаживаем, бережем их. Да, вы не подумайте, что я такой зубатый. Я добрый крокодил. У нас все тут такие, все хорошие. Вы не подумайте, раз у меня тут зубы, значит я кровожадный. Нет. Мы дружим. И утята. Опа, так. Это Ливи. Ливи, давай, катись. Сейчас вот это так убрали. А вот и Ливи нашелся. Здорово. Так. Убираем прыгалка. Теперь вот эти камни.
Да у нас тут с канализацией все так сложно. Но зато интересно. Смотрите, как он высоко залез. Так. Опля. Теперь вот тут сейчас мячик. Так, а там камушек убираем. Стреляем. Бум! Нашелся утенок. И так каждый день, ребята. А что вы думали, да? Но они же такие любознательные. Им все тут интересно. Я им говорю, заблудитесь. Еще кто-нибудь слопает вас. А они не поседы. Говорят, да-да, конечно. Мы будем сидеть на месте, потом раз, смотрю, а их уже и след простыл. Ну, я иду их искать. Поэтому они меня называют Супер Свампи. Да, я один их всегда нахожу. Ну, мы дружим. Играем вместе. Мы вообще дружная команда. Я и утята, ну и наши еще друзья-крокодильчики. Опля, нашелся. Так, а это кто? Это же Болли. Ох, он любит забираться в такие места, в которых вообще трудно добраться. Опля, давай. Опа, и теперь сейчас я пересажу его вот на вот этот квадратик. Опа! И теперь ловлю, ловлю, ловлю! Круто! Почти всех уже нашел, ребята, ну почти всех! Осталось, ну буквально их тут 5 штук, кажись! Так, 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 пересаживаемся! Опля! А теперь сейчас, как пушечкой, стрельбанем! Бабух! Ой! Ой, это же Самти. Ура, вот и Самти нашелся, привет. Так, катится мячик. Опля, так, закрыли эти колючки, а то может повредиться наш утенок. Правда, ребята? Катись, 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 я тебя сейчас поймаю, не переживай. Поймал! Здорово! Ребята, если вам нравятся приключения наших утят, ну или вам нравится, как я их тут ловлю, поставьте лайк под этим видео! Ну а если что, подпишитесь на наш канал! Будете нашими друзьями! Нам очень нравится, когда у нас много друзей. Это просто супер. Поймали нашего утенка. Ого, сколько пушечек. Так, сейчас я стрельну мячиком. Теперь. Опля, нажал. Как же его-то достать? Ура, ой, чуть-чуть еще сильнее надо стрельнуть. Ой, ура, эх, ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, вот, получилось. Теперь сейчас стрелим. Опля, попали, попали, попали. Ура, здорово. Круто. Пересаживаем. Предпоследний утенок! Это Липи! Потом сейчас я вот тут нажму, вот тут и пушечка его стрельбанем! Ребята, вы были на канале Мультипульти! Подписывайтесь, ставьте лайки! И все такое! Последний утенок! Заходите к нам! Всем пока! Мультипульти представляет Супер Свампи, поиск утят. Привет, ребята, меня зовут Крокодильчик Свампи. Я живу в канализации. У меня есть друзья утята, они тоже с нами живут.
Но мне приходится их каждый день искать. Они такие гуляки, постоянно убегают и могут потеряться. О, нашел одного. И я их каждый день ищу. Кстати, сегодня вы увидите, как однажды к нам в канализацию залетело НЛО. Правда? Так, собирай моих утят. Это Золи. Опа, поймал. Ого, как забралась Лупи. Это Лупи. Вечно убегает. Они такие любознашки, эти утята, да? Ну я тоже любознательный. Да катись. Ух тышка. Нашли. Теперь вон Томми сидит. Смотрите, как высоко забрался. И каждый день мне их приходится, да, искать. Ну они же мои друзья, поэтому приходится, а как же? Они такие растеряшки. А вы, ребята, слушайте своих родителей. Не убегайте из дома. Родителей нужно слушаться. Да, а то можно оказаться, как мы, в канализации, если будете непослушными. Как же вот этого Сими? Так, мячик пусть катится, мячик. Сейчас мы этого Сими попробуем. Ура! Нашли! Но эти утята такие любознашки, забираются в такие места в канализации, что даже я про них не знаю. Да, я бы даже их назвал. А ну-ка, давай, Микки, давай, ура! Нашелся Микки. Такие места я бы назвал своих утят путешественниками. Ребята, а вы любите путешествовать по миру? А напишите, где вы были с родителями в последнее время? Куда вы ездили? Что вы видели? Мне очень интересно. Ну, Куми, это же Куми! Утенок Куми нашелся! А это у нас самки. Да, сейчас мы попробуем его. Так, вот сюда мячиком его. И пушечкой. Ура, нашелся. Здорово. Мы давно уже живем в этой канализации. Да. У нас тут много моих друзей, крокодилов. Ну и утята как-то к нам забрели давно и остались. Мы за ними ухаживаем, бережем их, да. Вы не подумайте, что я такой зубатый. Я добрый крокодил. У нас все тут такие, все хорошие. Вы не подумайте, раз у меня тут зубы, значит я кровожадный. Нет. Мы дружим. И утята. Опа, так. Это Либи. Либи, давай, катись. Сейчас вот это так убрали. А вот и Либи нашелся. Здорово. Так. Убираем прыгалка. Теперь вот эти камни. Да, у нас тут в канализации все так сложно. Но зато интересно. Смотрите, как он высоко залез. Так. Опля.
Теперь вот тут сейчас мячик. Так, а там камушек убираем. Стреляем. Бум! Нашелся утенок. И так каждый день, ребята. А что вы думали, да? Но они же такие любознательные. Им все тут интересно. Я им говорю, заблудитесь. Еще кто-нибудь слопает вас. А они не поседы. Говорят, да-да, конечно. Мы будем сидеть на месте, потом раз, смотрю, а их уже и след простыл. Ну, я и иду их искать. Поэтому они меня называют Супер Свампи. Да, я один их всегда нахожу. Но мы дружим. Играем вместе. Мы вообще дружная команда. Я и утята, ну и наши еще друзья, крокодильчики. Опля, нашелся. Так, а это кто? Это же Болли. Ох, он любит забираться в такие места, в которых вообще трудно добраться. Опля, давай. Опа, и теперь сейчас я пересажу его вот на вот этот квадратик. Опа! И теперь ловлю! Круто! Почти всех уже нашел, ребята, ну почти всех! Осталось, ну буквально их тут 5 штук, кажись! Так, пересаживаемся! Опля! А теперь сейчас, как пушечкой, стрельбанем! Бабух! Ой! Ой, это же Самти. Ура, вот и Самти нашелся, привет. Так, катится мячик. Опля, так, закрыли эти колючки, а то может повредиться наш утенок. Правда, ребята? Катись, я тебя сейчас поймаю, не переживай. Поймал! Здорово! Ребята, если вам нравятся приключения наших утят, ну или вам нравится, как я их тут ловлю, поставьте лайк под этим видео! Ну а если что, подпишитесь на наш канал! Будете нашими друзьями! Нам очень нравится, когда у нас много друзей. Это просто супер. Поймали нашего утенка. Ого, сколько пушечек. Так, сейчас я стрельну мячиком. Теперь. Опля, нажал. Как же его-то достать? Ой, чуть-чуть еще сильнее надо стрельнуть. Ой, ура. Эх. Ой-ой. Ну. Вот. Получилось. Теперь сейчас стрельнем. Опля, попали. Ура. Здорово. Круто. Пересаживаем. Предпоследний утенок! Это Липи! Потом сейчас я вот тут нажму, вот тут и пушечка его стрельбанем! Ребята, вы были на канале Мультипульти! Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое! Последний утенок! Заходите к нам! Всем пока!